Здорово, ну что ж, погнали проходить дальше. Space Marine. Проклятие. После всего, что случилось. Брат, не оставляй нас в неведении. Тебя это не касается. Ты критикуешь капитана за то, что он скрывает информацию, но поступаешь точно так же с нами. Я уже поплатился за лишние разговоры. Так ты не доверяешь нам? Братья, успокойтесь. Не то навлечете на себя гнев капеллана. Смотрите! А, так это я уже видел. Еще ни разу громовой ястреб не возвращался в таком состоянии. Видел? Я его тушил. Жар был такой, что сервитор расплавился, не успев понять, что происходит. Трон, а что с командой? За Стартес прошли прямо сквозь огонь и даже особо не торопились. Да эти ж мы безупречны! Противоречие. Замена нерациональна. Так. А я тут я уже все выбрал, да? Все сохранилось. Найти специалиста и провести ремонт. Это намного меньше допустимого. Проверь норму. У тебя, похоже, сбились настройки. Время пришло. Больше мне так, брат. Ты чем-то взволнован. Лишь глупостью и безрассудством. Надеюсь, речь не о нас. Разве вы поклоняетесь амнисии? Тогда я разделяю твое негодование. Ну все, погнали. Находится в части города под куполом. Мы приземлимся снаружи и зайдем со стороны. Нихуя, нас уже подбили. Фиксируемся. Докладывайте. Незначительные повреждения. Техники уже в пути. Можем рассчитывать на эвакуацию? Так точно. Мы будем ждать. Хорошо, брат. Император защищает. Поспешим. Нам предстоит преодолеть немалое расстояние. Ну пизда, сейчас ему. Тираниды! Да где, где? Цель уничтожена. Ах ты сука. Соперник. А что за нейротроп?
там пехота ебашит. Собираю припасы. Блять, я же забываю, что у нас постоянно все это скидывается. Что за Варен? Нам надо перейти мост. Пока твой там, будь на ту сторону заказан. Чем мы имеем дело? Он защищен с тыла, а для штурма у нас недостаточно людей. Кадианцы удерживают мост, но несут большие потери. Занимайте позицию у моста. Мы разберемся с ним. Хорошо. Мы отомстим за них, брат. Береги себя. Как будем действовать? Атакуем с тыла. И это все? Сомневаешься в своих силах? Метательная бомба? Никак нет. Хорошо. Что-то интересно. Может, они захлебнутся собственной кровью? Ты сука. А, ее надо что? А. Типа с подрывом. Собираю снаряжение. Блять, пока думал, что да как. Секунду, братья. Неприятель устранен. Надо перезарядиться. Ах ты сука. Еще один готов. Кайрон, откуда ты знаешь Варелла? Мы вместе служили в 9-й роте. Он спас мне жизнь. Как? Мы обороняли крепость от орков. Барбос одолел меня и как раз собирался пробить мне голову. Варел отсек ему руку и забил ею этого зверя до смерти. Почти же свершил отмщение. Это я возьму. Нашел боеприпасы. Так. О, аптечка, аптечка. То, что надо. А то что, блядь, как пизды меня накидают. Так, там кто-то шумит. Сука. Жопа, 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 жопа. Да ты заебал. Благодарю за помощь. Собираю припасы.
Виктор мертв. Но какой ценой? Так, здесь у нас что-то есть еще. Что болт это есть. Теперь нам не страшна сама смерть. Меч этот нахер, мне не очень-то понравился. Брат, что случилось на Грае? Ничего хорошего. Нельзя ли поподробнее? Предлагаю не отвлекаться от миссии. Скрываешь информацию, которая имеет прямое отношение к этой миссии. Не забывайся, сержант. Ты ведешь себя странно. Роешься в засекреченных файлах, не рассказывая нам ничего. Гадриэль! Мы заслуживаем знать, кто нами командует. Разговор окончен. Ну и все, они тебя тоже опять предадут. Ачивка, хотел сказать, блять. Аптечка. Задайте ему. Задаем. Ёбаный в рот. Какой-то рэд, блядь. Бей, хули ты стоишь, блядь? Какой баран тупой. Ты в рот. Нашел боеприпасы. Меняю магазин. Ты сука, заглохни ты нахуй. Все, пиздати. На тебе, блядь, на.
Ксеносы наверняка почувствовали его гибель. Победа наша, братья! Варел, это Тит. Твои бойцы могут занимать мост. Клянусь, Примархом! Я и не надеялся снова вас услышать! Присоединитесь к наступлению! Нам нужно попасть в купол. Удачного пути, братья! А чё он так сказал, будто здесь, блядь... Босс, ебать, его в рот. Направляемся к мосту. Доложить обстановку. Повреждения оказались сильнее ожидаемого. Техножрецы еще работают. Держите нас в курсе. Братья, идем дальше. Идем, идем. Нихера тут, да, вот так вот оботали. Вообще масштабы прям ебать. Куда там он выше поднимается. Прям охрененно. Ебать, ебать, что тут происходит вообще. Так, где-то я что-то видел. Восполняю запас. Споровые мины. Кого там ёбнули? Блять, ему там помогать собирайся или как вообще? Вот так вот, блять. Заряжаю. Это последний. Как далеко до координат Люза? До купола еще далеко. Тогда надо спешить. Подвезти, братья? Сержант, рад видеть. Кадианцы закрепились на мосту, так что я решил предложить помощь. С удовольствием. Залезайте. Храм в той стороне. Лейтенант, кадианцы запрашивают помощь. Езжай. Спасибо, брат. Ультрамарины! Врагу удалось проникнуть под купол? Нет, милорд. Что происходит в храме Тассиан? Купол эвакуирован несколько дней назад. Немедленно вернитесь к основным силам. Нам приказано оставаться здесь. Кто приказал? Капитан Ферберн. Удерживаем позицию до дальнейших распоряжений. Врагов тут нет. Уходите. Но, сэр... Я отдал приказ. Простите, милорд. Должно быть, это какая-то ошибка. Капитан настоятельно... Они дезертиры. Нет. Мы просто исполняем приказ. Вызывай своего капитана. Если вы дезертиры, я вас расстреляю. Капитан Ферберн, ответьте.
Капитан Фэрборн, ответьте. Засада. Нихуя. Убить их. Оба-оба, это хаосы, да, хаосы пришли. Предатели. Вы умрете. Критики остались. Предатели из тысячи сынов. Вы ответите за свои преступления. Я типа... Ой, а чё у них всё цветастое такое? Замечены предатели! Ну а тебе нахуй. Здесь ты не победишь, демон. Ещё нечестивцы! А типа те, кто были ультрамаринами и стали просто маринами? Ой, вы, человечки. Заражение! Уничтожить еретиков! Покараю их за предательство! Они оскверняют пространство и время! Нихуя, да вы... Ой, у них прям из пениса там что-то. Ну, не знаю, те были поинтереснее. Типа они что, внутри пустые, что ли? Просто живые доспехи? Силами хаоса. Ты уверен? Угу. Абсолютно. Да ебать, как я уверен. Критики Астартес и их приспешники. Жан, их побери. Люс у вас? Нет, но мы уже рядом. Отыскать его и вывести оттуда, без промедления. А что, если он тоже теперь предатель? Так чего же мы ждем? Чего ты ждешь? Че, печек здесь нету, да? Они потрошки. Кораллы, блядь. Все такое гламурное. Сейчас и Кайрон, он на пиздец придет. Не в ту сторону ты орешь, развернись. Я сокрушу ваши кости в пыль! Кайрон, занять позицию в обороне! Мы прикроем! Кайрон! Он впал в ярость! Он ставит под угрозу всю миссию! Он там застрял! Выходы блокируют!
силовые поля. Черти, они что-то изменили. Заряжаю оружие. Собираю припасы. Ах ты, сука, телепортируешься, блядь. Да забудьте о нем, пойдем Кайрону надо помогать. Ебанутый там, блядь. Это алтарь. На нем метка архиврага. Да вот же он. Уничтожим его. Да блядь, о господи. Глаз, прям как в Думе. Артефакт уничтожен. Смотрите, силовые поля разрушаются. Кайран, двигайся к выходу. Клянусь вратами Геры, брат. Ты должен успокоиться. Я не успокоюсь, пока не уничтожу последнего из еретиков. Ну все, сейчас понесется, да? Сейчас там его еще придется ебать. Да он там совсем ебанулся, что ли? Ну а нахуй, вы чё, блядь? Охуели, что ли? Ай, блядь. Тупая граната, блядь. Она просто кидается. Восполняю запас. Так, и как нам? А я чуть не понимаю, как нам. Да как нам туда-то пройти?
поразила мои глаза. Меняю магазин. Нашел боеприпасы. Ты еще пули стоишь? Сержант, проверить периметр. Есть, брат. Объяснись-ка. Объяснить свою ненависть? Объясни свое безрассудство. Предатели в долгу передо мной. И ты умрешь, чтобы взыскать этот долг? Смерть — это мой долг. Твой долг — служить императору. Ты умрешь тогда, когда он велит тебе, а не из-за какой-то личной вендетты. Тебе все понятно? Лейтенант, вам стоит взглянуть. Наверняка там. Они используют какой-то щит. Алтари. С такими мы уже сталкивались. Они генерируют этот щит. Уничтожим их, а потом сотрем мерзких предателей с лица планеты. Похоже, планы предателей раскрыты. Возможно. Разве они не собираются помешать Авроре? Когда имеешь дело с еретиками, все не то, чем кажется на первый взгляд. Они взывали ко мне, но я спрятался. Мое положение, моя должность, моя жизнь намного ценнее их. Я служу в Adeptus Administratum. Я из департамента Exacta. Это я плачу за войну. Я полезен. Я собираю десятину, открываю кошельки, чтобы орудия были заряжены. Они рассказали культистам о моем убежище. Сволочь наконец. А на. А на. На на. Ах, суки, кто, где? Я тебя въебу на. Вот так. Твоя шалка же сказал Акирану, что Механикус надо остановить. Почему? Артефакт, упомянутый в засекреченных файлах, может быть связан с хаосом. Тогда почему его не уничтожили? Он обладает невероятной мощью. Они считают, что смогут ее опустать. И мы отдадим его Люзу, чтобы тот продолжил работу? Таков мой приказ. Что они делают? Это не важно. Убить их! Отсечем им руки и ноги. Убейте рабов трупа на троне и заслужите внимание, если я еще получу. Умрите во имя истины, потом! Сливый колдун сбежал! Все, Гондон сбежал. Уверен, его тоже питает алтарь. Искореним еретиков и уничтожим его. С радостью. Йо, блядь.
Не, на. Так-то лучше. Сука. Здесь ты не победишь, демон. Мне аж подмышка зачесалась. Заряжаю оружие. Ноги мертвы. Теперь алтарь. Словно живой. Да, сейчас даже чувствую, что то выползет туда. Испытывать боль и умереть. Он смердит, варпал. Пусть ваше презрение станет оружием. Сломать его. Да, подожди, сейчас я здесь наберу аптечек. Потом хоть ломайте, хоть что делаете. Смотрите, вблизи нас он усыхает. Тогда держитесь близ алтаря. Нужно разрушить чары. Еретики бросили против нас малочисленный отряд. Покажем, как сильно они просчитались. Да. С этими уродами я разберусь. Суки. Меняю магазин. Ты там, блядь, тварь. Ёбаный ты в рот. Да какого, блять? О, нет, поднимет меня. О, охуенно. Особый прием готов. Твоя жалкая жизнь прервется здесь. Можно пустить кровь. Че, меня кто поднимет? Давай, поднимай. Да, блять. Алтарь не смей. Уничтожить его.
Ну все нахуй. Чары разрушены. Лейтенант Тит, копью Юпитера. Доложите обстановку. Закончили ремонт, движемся к вам. Ждем у точки назначения. Император защищает. Че, все, на этой миссии закончилась? Ждите эвакуации. Вас понял. Именем императора, открывайте двери. Слюз. Я обязан вам жизнью. Идем с нами. Куда? На боевую баржу. Принято, но я должен связаться с Нозиком сейчас же. Он мертв. Мертв? Ты его заменишь. Люс. Что-то он не особо хочет его заменивать. Источник. Он опасен. Я изучал его всю жизнь. Уверяю, он безвреден в умелых руках. Гордыня. Гордыня? Зачем механикус вообще возится с неведомым? Мы лишь следуем воле амнисии. Слушаю. Тит, по прибытии надо доложиться капитану Акерану. Принято. Тит? Капитан Тит погиб в мире кузницы Грая больше века назад. Он умер, держа в руках источник энергии. Хуй, ты угадал. Но даже Астартес не пережил бы энергии такой силы. Слюс, за мной. Нихуя. Мы должны доложить капитану Акерану. Следующим полетом потребуется ремонт. Передайте их направиться, отчет о повреждении. Пострадали бронепластины всех 28 и 40. О чем это говорил Люс? Неважно. Я так не думаю. Думай как хочешь. Брат, мы лишь хотим помочь. Помочь? Ты едва не сорвал нам миссию, а теперь говоришь о помощи? То, что разногласия, да, у них? Милорд. Еретики Астартес.
Они замечены во всех городах Улиха Варакса. Все наши отряды уже заняты тиранидами. Мы были не готовы. Адептус Механикус сказали, Аврора готова. И оружие тоже. Сэр. Да, я понимаю, Тит. Только выбора нет. Мы можем хотя бы предупредить Калгара. Невозможно. Астропатический узел на Авараксе сейчас в полном окружении. Все попытки пробиться через орды тиранидов провалились. Можем сообщить по Воксу. Вокруг узла связи мертвая зона. Что-то блокирует наши сигналы. Нам надо туда попасть. Ты думаешь, я не пытался? Но тираниды уже перешли в контратаку. Мы отступаем в крепость. Дадим последний бой там. Покажи поле боя. Увеличить С3. Где же ты? Вот он, тиран Улья. Разведка не сообщала. Он там. Убьем его и разрушим синаптическую связь. Разбегутся, как крысы. Тиран Улья — достойный враг. А если нет? Если ошибка? Я не могу слать людей в бой наугад. Нужно два отряда. Два отряда? Надо убить тирана Улья, найти источник помех и доставить сообщение на узел связи. Шестеро. Больше дать не могу. Не подведи. Сэр. Император защищает. Лейтенант Тит. На связи. Что у тебя на командной палубе? Принято. Так, ну все, как глава пройдена, так что давай, счастливо.